First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Мы находимся в последней коммунальной квартире на Рублевском шоссе. В чем проблема, я не пойму. Коронавирус. А сейчас карантин этот. Что они делают во время эпидемии? Слушай, мы с тобой с 10 класса вместе. Ну и чё? Мне внучок говорит. Какать люди будут ходить. Всегда. Появилось время изучить новые научные статьи. Да! Познакомился с такой чикой. Бабуль, давай откроем с тобой малый бизнес. Границу страной республикой закрыли. И внучок эти делает закладки. Ну я вот стала масочки вязать. Это ликвидка. Короче, приезжай.